порой гастрономию называют искусством еды. Под ней также понимают культуру приготовления пищи и знания коренных народов. Устойчивость представляет собой концепцию деятельности, включая ведение сельского хозяйства, рыболовство, сбор лесной продукции и приготовление пищи, основанной на принципах уважения к природным ресурсам. Устойчивая гастрономия учитывает происхождение ингредиентов, методы, с помощью которых выращивают продукты, и способы, с помощью которых они попадают на рынки и на наш стол. Устойчивая гастрономия – это забота о людях и нашей планете. –